Как создать IT-продукт, который будет пользоваться успехом? Ответ на этот вопрос студентам нашего университета помогли найти представители самых популярных компаний области и страны. Так, одним из главных спикеров вечера стала руководитель отдела маркетинга компании 2GIS Мария Горлова. Она рассказала гостям воркшопа о положении на современном рекламном рынке. Тезис заключался в том, что интернет-маркетинг – это актуально, что на текущий момент это один из основных сегментов рекламы, который растет и который развивается, и который действительно востребован обществом, поэтому интернет-маркетинг вперед. Одна из главных особенностей воркшопа – выступление молодых специалистов, которые уже достигли высоких результатов. Как отмечают гости мероприятия, приглашенные эксперты рассказали об IT-индустрии интересно и ярко, чтобы привлечь как можно больше студентов. Они стараются донести до студентов, что надо знать. Я знаю, что вот вакансия на 70 тысяч висит незакрытая. То есть предложения рынка, они сегодня просто хорошие. Чтобы ими воспользоваться, стоит учиться. Учиться больше, лучше, глубже. Прежде всего, программа воркшопа рассчитана на молодых начинающих работников IT-индустрии, а также на студентов ЮРГУ. По словам участников проекта, такие мероприятия очень мотивируют на создание новых идей. Воркшоп мотивировал меня на изучение сфер, таких как SMM и интернет-маркетинг. Оказывается, очень много интересного можно делать с помощью этих вещей и продвигать свой продукт какими-то более современными способами. Я бы пожелал другим студентам поскорее заняться этой сферой, потому что очень можно много интересного в ней почерпнуть для себя. Даже если вы не занимаетесь в сфере IT, вы хорошо себя разовьете, просто изучая эту сферу. Воркшоп – это проект уникальной образовательной программы IT-департамента нашего университета. Организаторы приглашают всех заинтересовавшихся студентов в IT-школу ЮРГУ. Я советую всем участникам, которым понравился наш воркшоп, записать все идеи, обязательно пройти курсы в IT-школе. IT-школа ЮРГУ – это новый образовательный проект, который позволяет не только получить знания о сфере информационных технологий, но и найти команду для реализации проектов. Также участники получают возможность проходить стажировку в лучших компаниях всего мира. Занятия в IT-школе начнутся уже 23 июня.